Это задача максимизации. Но в теории оптимизации не очень любят задачи максимизации, гораздо больше любят задачи минимизации. Но эта задача максимизации легко сводится к задаче минимизации. Следующим образом, мы просто меняем знак у той функции, которую пытаемся максимизировать. И тогда вместо задачи максимизации мы решаем задачу минимизации. И вот у нас получается следующая задача. Найти минимум по параметру μ у суммы от 1 до n x и t минус μ в квадрате. А это сумма квадрата. Если мы разделим эту формулу на n, то есть на количество примеров, то это и будет функция среднеквадратической ошибки. Вот таким образом получается среднеквадратическая ошибка. При помощи этого метода можно вывести и много других различных функций потерь.